Открытие вечера началось с торжественной речи заведующей кафедры зарубежной литературы Ольги Несмеловой, которая рассказала об истории становления виновника торжества, подробнее об известных профессорах, которые в разное время преподавали и вели научную деятельность на кафедре. Для кафедры это действительно солидная дата, и кафедра вместе со всем университетом переживала, соответственно, все сложные моменты. Слияние, образование федерального университета, переименование КГУ в КФУ, который сейчас все привыкли, но в свое время приходил, тоже довольно непросто. Но что бы ни происходило вокруг, есть закономерности исторического процесса. Выпускники кафедры зарубежной литературы тоже не остались в стороне. Помимо тех, кому удалось приехать лично, были студенты, которые записали видеопоздравления с благодарностями к преподавателям и другим работникам, содействующим в учебном процессе. Поэтому в течение всего вечера сохранялась теплая и домашняя атмосфера. Это одна из ведущих кафедр нашей высшей школы. На данной кафедре работают очень грамотные специалисты, компетентные, владеющие не только зарубежной литературой, но и в совершенстве все знают английский язык. Благодаря этому мы реализуем программу по зарубежной филологии. Это у нас английский язык, литературоведение, переводоведение. В сегодняшний день кафедра зарубежной литературы обеспечивает литературоведческую подготовку студентов-филологов и является выпускающей по специальностям английский язык и литература, испанский язык и литература и романо-германская филология. На кафедре преподаются дисциплины, связанные со всеми этапами истории зарубежной литературы от античности до современности. Спецификой является не только чтение традиционных историко-литературных курсов, но и подготовка по литературоведческим дисциплинам на английском языке. Кроме того, кафедра обеспечивает преподавание зарубежной литературы во всех трех высших школах ИФМК и других институтах Казанского федерального университета, а также обучение английскому языку для кадрового резерва Кабинета министров Республики Татарстан. Наши выпускники поступают в магистратуру, в аспирантуру. Сегодня мы видели замечательных наших выпускников, которые работают в Америке, работают в Испании, работают в Канаде. И я думаю, что традиции этой кафедры будут еще продолжаться. И мы пожелаем данной кафедре настоящего юбилея, потому что 20 лет – это еще только рассвет молодости. Празднование юбилея запомнится надолго. Выступления талантливых ребят, благодарственные речи и искренние пожелания – все это заслуга работы кафедры зарубежной литературы, которая за 20 лет сумела открыть новые пути для Казанского федерального университета и его студентов. Аделина Абдрахманова, Кристина Отекина, Александр Кузнецов, Универ Новости.